Бахтияр все правильно сказал, я присоединяюсь к его словам. Действительно, нужно быть патриотами нашей республики. И вы, дети, должны равняться на очень здравых и положительных людей. Соответственно, сегодня к вам пришли очень хорошие люди. Равняйтесь на них, будь это в спорте, в политике. Вам, каждому, я желаю крепкого здоровья, достичь больших-больших вершин. И чтобы у вас все было хорошо. Слушайтесь своих учителей, так как в вашей школе они для вас родители. И, конечно же, не забывайте и всегда слушайте своих родителей, потому что они хотят для вас только хорошее. Будьте патриотами. У Гамзатова есть такие слова: «Когда я объездишь множество стран, устал с дороги домой воротился, склонясь надо мной, спросил Дагестан, не край ли далекий тебе полюбился? На гору зашел я и с той высоты, сей грудью вздохнув, Дагестану ответил. Немало краев повидал я, но ты по-прежнему самый любимый на свете. Любите Дагестан». Спасибо.